Привет, друзья! Сегодня 28 декабря 2016 года уходящего. И в этот вот один из последних денечков мы в отпуске. У нас оставалось еще до, ну как бы от отпуска еще 10 дней. И мы решили вот в конце года встречать дочку, которая вот с Питера прилетела позавчера. Ну и как бы так немножко позаниматься домашними делами, отойти от всей этой беготни декабрьской. И сегодня 28-го посмотрели, что в городе творится, слякоть, вот эта вот серость, туман. И решили попробовать все-таки выехать на Медео в этом году, посмотреть, ну как вообще, просто пройтись, немножко хоть воздухом подышать, как говорится, снег потрогать. Вот, и мы стоим сейчас у знаменитой вот этой лестницы на плотину Медео, вот. Там 800 чем-то ступенек. И вообще, что-то тяжеловато как-то мне было. От остановки сюда вот поднялся и чувствую, что вот прям аж немножко пропотел. Вот, но все равно есть такое желание все-таки сегодня туда зайти. Вот, я в таком хочу попробовать, хочу в таком альпийском стиле по-бырому залететь. Сейчас даже, когда пойдем, засеку время. Ну, у меня сильно по-быстрому не получится, конечно. Ну, насколько, то есть, в моем случае это возможно, настолько вот постараюсь по-быстрому особо нигде не останавливаться, чтобы подняться, потому что, ну, во-первых, уже время, около двух, мы что-то поздновато, сейчас ложимся поздно, встаем тоже поздно, вот, так что время около двух, я бы, если в идеале, бы хотел бы еще дойти до горельника и своими глазами посмотреть, там же ребята построили вот возле этого горячего источника целую такую купальню. И вот все ее хвалят, все там уже были, а мы как-то еще и не побывали в этом году. Поэтому хочется вот этот год, 2016-й, завершить в таком спортивном, здоровом стиле образа жизни. Вот, так что мы попробуем это сделать. Камера будет у Ани, потому что я, как всегда, сейчас буду дышать как паровоз, буду пыхтеть и материться. Ну и периодически, может быть, где-то по ходу мы даже будем включать эту камеру, чтобы я негатив свой этот выливал. Все, поехали. Вот мы прошли первые два пролетика. Как вы видите, я скинул уже курточку и в этом в термобелье иду. Ну, два пролетика. Что, дали примерно понимание скорости, с которой я могу идти так, чтобы, ну, так, чтобы не сдохнуть где-нибудь посередине пролета. Вот, а не быстро, но ну, более-менее стабильно. Вот, ну и шапку снял, потому что шапка такая, она не впитывает воду, и весь пот, он просто стекает, и так неприятно это. Вот, поэтому у меня было с собой полотенце, мы же собираемся еще до горельника дойти, искупаться, поэтому я полотенцем воспользовался, и идем. Но вот впереди сейчас сними, покажи, очень большой длинный пролет такой вверх. Вот, мы его одолеем, а там посмотрим, может быть, сделаем еще одно включение. А может и нет. Вот. Пойдем дальше уже. Хорош. Вот мы уже преодолели, собственно говоря, большую часть пути. Даже тут первую станцию как бы такую прошли. В принципе, вот я раз в год поднимаюсь на плотину. Вот, и как бы, ну, ничего сказать такого, что мне там сильно легко, не могу. Ну и, в общем-то, как сказать, ну и что, и очень тяжело прям тоже. Ну так, тяжеловастенько, смотрите. Как прикольно, линия вот тумана. То есть мы сейчас в городе, сейчас серость. Кто-то меня усиленно добивается по телефону, но пока не залезу, отвечать не буду. Так вот, в городе сейчас серость, слякоть, вот весь этот туман, все вот эти вот облака, они остались вот там вот внизу. И как бы мы уже вышли на открытую площадку, здесь солнце. Вот, по поводу самих ступенек, я вот скажу вам, что есть, Аня, покажи ступеньки, в общем-то, все занесены снегом, и в принципе там ниже
где ступеньки широкие. Идти, в общем-то, ничего еще. Но вот, вот это вот первое, первый такой пролетик вот от этой станции. Все же, кто знает, кто ходил, знает, там такие маленькие-маленькие ступеньки, мелкие-мелкие. Тут вообще занесенный, хорошо перила есть. И по перилам, собственно говоря, можно подняться. Вот. Так что у нас еще один последний рывочек. Я думаю, минуточек 10, может быть, 15, и мы наверху. И мы наверху. Вот такой вот у нас сегодня рождественский, предновогодний подъем в альпийском стиле. Хоть я и дышу, как паровоз, и кашляю, но чувствую себя прямо спортсменом таким сейчас. Ага. Вот такие дела. Ну вот. О, ну вот, ребята, мы и покорили лестницу. Пока мне еще 42, а через 10 дней 43. Есть еще порох, порох вниз. Сейчас попробуем пройтись до горельника. Посмотреть, что там сделали. Ну и назад. Какие у нас сегодня планы? А там оно, наверное, горячее, да? Это, чем а там, ну, здесь, конечно, остывает, под струей теплее. Вернее, в холодную воду, здесь будет казаться горячей воды. Холодная где? Холодная. А, это в речку прям? Была холодная в купели, но сейчас замерзла вода. Летом будет холодная. Купель холодный, купель теплый. Мы прибыли в такое местечко Горельник. Здесь находится термальный источник 26,6, как нам объяснили градусов. Ну такая вода, я бы сказал, тепленькая. А? И тебе говорят. Вот, то есть здесь есть такая купель. Здесь вода не сильно, скажем так, ну похолоднее, чем вон там течет из трубы. Вот, но сегодня 28 декабря, и мы не намерены никуда отступать. Вот. Надо все же сделать это. Вот. Поэтому, ребята, это будет сейчас смертельный номер. Так, мне нужно подготовить секунду. Мне нужно подготовить свои. Купательные трусы. Вот эти вот. Потому что слишком долго. Собачуха здесь это вот. Находиться на ней. А где собачуха? А, собачуха. Наблюдает. Иди сюда, я снимаю. Это обязательно снимать, как ты переодеваешь? Можно я ее поставлю? Не надо сейчас. Ничего такого нет. Собачушка, иди сюда. Какая симпатичная. Хорошая я снимаю. Да. Ребята, мы вот и достигли цели нашего путешествия. Мы в Горельнике. И 28 декабря я только что скинул всю свою одежду ходовую, и вот уже купаюсь здесь в этой термальной водичке. Ну, водичка тепленькая, очень все прикольно. Все, на этом наше, короче говоря, видео сопровождение нашего сегодняшнего похода заканчивается, и начинается запись моего новогоднего блога.